Зрители несостоявшегося концерта группы Pink Floyd по-прежнему не могут вернуть свои деньги за билеты. Напомню, что в минувший понедельник в саратовском цирке сорвался концерт исполнителей хитов легендарной рок-группы. Организаторы шоу, компания «Аншлаг-94», пообещали зрителям, что деньги за билеты им вернут, но в цирке отвечают, что в кассе пусто. Второй день мы пытаемся получить комментарии от представителей агентства «Аншлаг-94», но безуспешно. А вот артисты группы Pink Floyd записали специальное видео. Обращение к саратовцам. Привет, Саратов. We just want to apologize for the cancellation. Мы хотим извиниться за то, что шоу не состоялось, из-за того, что организаторы не выполнили свои обязательства. Мы готовы были играть для вас, и мы очень сожалеем, что не смогли этого сделать. Надеемся увидеть вас вскоре снова на своем концерте. How is you here?